Ну и последний вопрос. Девушка вот очень активно выпадает микрофончик, дайте, пожалуйста. Здравствуйте. Елена Макарова, угольная столица Смоленской области, газета «Московские новости». Вы сегодня много говорили про развитие Дальнего Востока, но мне хотелось бы уточнить. Все мы восхищаемся уникальностью Курильских островов. Какие принимаются меры для развития Курил? Дополнительные меры. Спасибо. Сегодня заседание правительства, программа развития Курильских островов признана одной из самых эффективных правительства по исполнению. Это вот можно Министерству по развитию Дальнего Востока за это сказать спасибо. Но только за счет бюджетных вложений ни одна территория не развивается и не может развиваться. Нам надо развивать инвестиции на Курильских островах, надо приглашать инвесторов и российских, и инвесторов из ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать. Она пока немножко задерживалась. Причину, я думаю, вы тоже понимаете. Мы ждали, что интерес со стороны Японии как-то все-таки станет предметом, то есть действительно начнется экономическое сотрудничество и начнут реализовываться совместные проекты в сфере экономики. Не начинают. Ну, значит, тогда нам надо просто засучивать рукава и активнее работать по привлечению инвесторов из других стран, инвесторов из Российской Федерации. Мы обязательно этим займемся. И я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и поблагодарить за то, что вы нашли время для встречи. Спасибо.